Это не очень Один удобно, ливнул, просто. давай уже из супервара, наверное, кикай, добирай двоих. Да, я сейчас доберу. Там и вспышка, чернокнижник, третья группа, тоже его нет. Там давай для верняка, чтобы шарики в рейд не прилетали, два тела поставим на сферу. Один вот здесь, между этим. Да, да, сейчас, сейчас. Я назначу. Мы можем в 4 хила идти, просто я назначу еще плюс один шарик. А один вот тут вот, где щит, из стены шарики будет просто левый ловить. А 27 минут на крайне на первой шмотке. Ничего страшного. Если два человека будут ловить сферы, то рейд не будет получать шарики. Там прохиливаться будет спокойно все. Окей, я пока добираю все равно. Более точно. Мы сейчас берем все темные и стоим у светлой. Вы ловите сферы с белой сферки. Как только босс будет кастовать воронку темную, вам нужно сбегать, взять темную и ловить после этого, прожить и взять обратно белые, ловить белые. Если будет белая воронка, то вы ничего не делаете, просто проживаете, а потом берете темную и ловите уже темные сферки. То есть ваша задача ловить те сферы, который другого цвета, в отличие от рейда. То есть, если весь рейд темный, то вы ловите белые. Если весь рейд белый, то вы ловите темные. И следите за этими, за сферками. Даю тебе ассист. Кто у нас ночнорожденный? Ты, Вага, что-то не понял? Там он какой-то вопрос задал. Белый с темной аурой. Это что значит? Смотри, Вага, еще раз объясняю. Весь рейд стоит под темной сферой. Видишь? Много темненьких. Значит, ты какие должен ловить? Белые. Белые. Молодец. А если аурой. Весь рейд... Да, с белой аурой. Если весь рейд будет беленький, то тебе надо ловить темные, с темной аурой. Понял? Причем ты ловишь все те, которые слева. Сова ловит те, которые сзади и справа. Понятно? Хант, понял? Левую рука. Да, вот все. Ну, только смотри, я. Только не там так далеко, где ты стоишь, а ближе здесь. Видишь, где стоит Нага с белым? Вот на этой рендже бегаешь и ловишь сферки. Все, которые летят с этой стороны. Понял? В рейд. Отлично. Все, Вар, ты одного добра убрали. Хорошо. Арча.
Стойте в одном кемпе. У нас есть два этих. Да, Вага, ты ловишь только белое. Если в тебя летит черное, то ты должен от нее вернуться, иначе ты сдохнешь. И когда будет темная воронка, Войд, прохили его, ладно? Вагу, не урони. Все готовы? Еще раз дотерчи. Ника, забивайте. На костах у нас будет нагибатор. Понял? Да, право, давай. Дай таймер. Третью ауру Смена цвет. А, нет, ничего не менять. Темная воронка. Темная воронка. Все с темной должно быть. Лоу, кто поменял, поменяй этот. Темную забери. Забираю. Кверки лежат, ребята. Бэра нет. Вижу. По фиоле надо играть. У нас некому сферу ловить. Да я вижу, что поздыхали. Можете. Может, в два танка? Они и так в два. Смотри, просто соскакивают, валят вот, постоянно. Вот чтобы это было заебись. Ну, видишь, ты под белой стоишь. Мы стоим под темной. Тебе ДБМ написал, сменить цвет. Ты говоришь, сменить цвет. Но мы-то под темной стоим, а ты под белой. Поменяйся с ДКшником местами. И пускай он эту белую танчит. И нихуя не меняет. А ты возьмешь босса, которого все начнем бить. На тебя на пуля там все. Ты скажешь рейду менять и сам смени цвет с рейдом вместе. Потом можно с ДКшником боссами поменяться. Ну, ты будешь типа аносить, как тебе ДБМ говорит. Ты не ошибешься и рейд не ошибется. Ну, типа, я всегда так делаю. А еще можно, чтобы кто-то другой поносил, просто когда менять цвет, если я не понимаю. Я бы поносил, только это надо активацию голосом ставить, блять. За хила неудобно кнопку нажимать. Я могу поанонсить. Поанонси, пожалуйста, потому что мне на танке это тяжелее делать. Оставайтесь как есть. Единственное, что... Херню перестаньте делать. А хант, который ловил эти сферы, ты, который далеко от рейда, ты их не лови, ты урон дополнительно лутаешь, типа он тебе не нужен. Когда вы под белой сферой и закастуется темная воронка, вам нужно или прожать свои личные сейвы, или сбегать, взять темную. Варианта два. Ну, типа, на самом деле нужно сменить цвет сразу, как только рейд меняет, вы тоже меняете. А уже потом, по пути к этой хуйне, когда вы меняете, это первый приоритет, вы уже жмете прожимки, хуинки, хуйки, хуйки. Рыбу поели, бафы пробафали, кулаки давайте. Все остальное есть. Рыбу поешь, Арс. Все остальное есть. Давайте быстро разролим первые шмотки, чтобы они не закончились. Трофей.
Рольте. Прекрасно. Остается у меня. Дальше поза. Дальше. Давай пока обмен. Ботинки. Латы, крит, скорость. Браш, обмен. Ну я обмен кидал. Ну мне просто до этого обмена кидали. Я понял, понял. Колечко слэш, обмен давай. Все. Тут все разрулил. Дальше 20 минут, я думаю, мы убьем босса за 20 минут. РЧ. Лорд. Лорд не готов. Дайте дис ДК. Ну если он знает, что делать, нахрен ему дис. Поехали так. У меня встать нету. Совушка, Берни. Тихоходку, Берни. Забафайте ее сразу. Приготовились. Сменили цвет. Видите, темную. Пошли по чуть-чуть так. Перевожу. Шаров нет как раз. Тихо, жив, один бегаешь. Бля, мне доказали, что мат вообще-таки вы не видите. Приготовились. Бьем дальше. Кек. Хорошо. Хант, лови теперь все темные сферы. Ты один остался. Сушок сдох. Готовили. Поменяли темную. Пьем белую. Давайте БЛ. У нас хилы не справляются. Да, я вижу. Да, я вижу. 4 хила, блять, а просто хила 0 на пол хп стоишь, просто, блять, полбоя. ДК убили, пинтик не могу. Ложитесь, чё? Да, ложитесь. Самое смешное, что хилы хилят. Я не понимаю, в чем прикол. Почему только что? А есть у кого-нибудь еще спек хила? Савушок, у тебя да есть? Может вообще попробуем не ловить? Ну, оставим ханта, пусть он бегает, а сова похилит. А Эрдру нормально у тебя сова? Тогда спекайся, почему нет?
Хант, ты понял, что надо делать? Хант, еще я тебе сейчас смотри, когда ты ловишь, ты близко у рейда не стой, потому что когда на тебя баф все равно кидается, бьет нас, короче, ты подальше лови от рейда. Примерно вот если смотри, сейчас я бегаю вокруг креста, примерно на такой дистанции от креста. Потому что когда ты близко подходишь и лопаешь их, они лопаются на нас. А где здесь за воротами починиться? Я могу Дживса поставить. Поставила здесь крайне. Ребят. За воротами, где можно починиться? Ну, Дживс вот стоит. Починись у Дживса. Там на карте есть значок ремонт. Возле мини-карты кругляшок выбери. Да есть в рейде Дживс, починитесь у Дживса. Чего вы сейчас ждать еще? Он задался вопросом, как найти ремонт снаружи просто. Потом выходишь, вот как вот смотришь на выход, слева, налево поворачиваешь, облетаешь здание слева, и там будет плачинг. Хорошо, Кен. Я тоже согласен, что в принципе это последний пул. Не убьем, все, разрол и расход. Так что соберитесь. Хант, ты ловишь все сферы, понял? Стараешься бегать и все, все сферы ловить. Можешь забить на урон вообще. Просто тупо ловить сферы. И не сдохни от этого. Лалилен, повесь на него СС, на вагу. Засунь сову в этот, в пятую пати вместо мелки. Угу. Да пофигу на тот баф ночного рожденного. У вас два монотайда, по очереди сдадите их, да и все. СС еще раз кидайте. Арс, повесь на тихоходку. Кент. Ханту дайте. Ханту уже должен повесить Лалилен. Еще поговаривают, короче, что если вы будете все в одним кемпом стоять, то прошибать рейд будет меньше. Поэтому встаньте в одну цель, прям фрейм во фрейм. Не рассасывайтесь. Что возле белой, что возле темной. Прям в одну кучку соберитесь. Кто вот сейчас стоит? Вар. Мне кажется, это наебало. Охотник. Но охотник ну, вроде постоянно стояли тогда, в одном фрейме все. Да нет. Да вы рассасываетесь, и приходит урон по вам, а потом по рейду. Первая же перебежка, люди просто стоят как хотят. Так. Чего там бегаете? Ты встать четко в тотемы, блядь, я просто с хилами нахуй не достаю на миличники до босса, потому что он не хуй знает где стоит. Чего? Вот я сейчас охренел. Ладно. У них большой фрейм на самом деле, типа до них не достать, не помню. Вам подведут их, вот прям в крест поставят. Милка, чего не хватает? Все готово. Даю тайм. Хант, выключи стаю. Чё, дурак? Темный не лови. Белая летит, они. Видишь, близко разбил. Не разбивай так близко. Дай им дальше бьем. Конец коста. Ну рано сбиваете, рано.
Лиша уедет по рейду. 5 секунд. Приготовились. Стоим дальше, бьем белую. Цвет никто не меняет. Рахиль тихо отдал, что он упал. Савушок, отдай сейчас Инар по Рестону. Приготовились. Взяли белую, бьем черную. Только подожди, Хант, не бери. Ты сейчас там сдохнешь. Прохерти. Все, ловите сейчас темно теперь. Сейчас переводить будем. Пойдем по чуть-чуть. Тут еще... А, ну да, стоим там. Войд, да, нормально, под сокро бежим. В один фрейм встаньте все. Отойдите от темной портала. Отойдите. В один фрейм встаньте. Тушонок, если можешь, резни шипы. Ну, когда еще 33 секунды? Ну, как сможет. Сбивайте щит, больше ДПС дайте. Сбивать каст? В конец. Рано. Рано, блядь, сбивайте каст, ребят, рано. Прям тютелька в тютельку под конец надо бить. Гер может. Сейчас будет механик. Приготовились. Поменяли темную, взяли, пьем. Давайте белую. Бел, давайте. Бейте темную. Наоборот, белую бейте, белую. О, бейте. Господи. Взяли темную, бьете белую. Сбивайте. И кикните там. Отлично. Так, сейчас сферы вот эти пройдут. Перебежим. Пошли сейчас. Сейчас пошли. Даем массакр. В один фрейм. Отойдите от белого портала. Дайте гимн на ману. Он у нас приз. Приз живой. Но он уже давал. Есть, сейчас только там. Приготовились. Кто там в темный стоит, возьмите. А, уже поздно. Поменяли цвет, взяли белую, бьем черную. Больше урона по ней сейчас влейте. Быстрее. Еще. Быстрее, там почти щит кончился. Кик. Не успели. Молодцы. Ничего страшного, не надо. Кто у нас АФК стоит? Маг. Все в порядке? Готовились. Ничего то, что мы под белой рядом с белой стоим. Перевожу. Не меняем цвет, стоим. В один фрейм только соберитесь. Ханта прохилит. Вон хант как натренировался. Молодец вообще. Все, уже в хэм готов. Угу. Приготовились сейчас. Поменяли цвет, взяли темную. Пейте белую. Ардру, если у тебя откатился, и на розалии, поэтому по шаману.
Сейчас мы под темной перевожу. Да, пошли. Да, мосок. Пошли, 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 пошли быстрее. Так, стойте, этот белый не ловится. Готовились. Поменяли цвет, взяли белый, бьем темную. Больше ДПС по ней сейчас влейте, чтобы щит сломать. В Эдис надо дать много ДПС. Бейте, 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 еще, еще, еще. Ханта прохильте. Кик, кик, кик. Наконец. Молодцы. Переводить надо сейчас. Переводим. Пошли. Приготовились, 5 секунд способности. Давайте больше ДПС лейте, чтобы расслабились. Дальше бьем, цвет не меняем. Доливайте. Больше ДПС, давайте. Вожмите кнопки. А, выбор. Ты упала. Рольте трофей. Плоткорк. Дальше оффхенд. Перераливайте вам этот во и совещу. Ой, я во отдал. Переролььте во, отдай, если что, сове. Воу, воу, роль. Дух сове тоже нужен. Поэтому... Переролььте, потому что я не посмотрел, что во одинаково. Забирает. Так. 4 минуты осталось. Ну, рольте ремешок. Сова как раз так и собирает. Что-то мне больше рассказывает. У меня сова. Обмен. Нет. Обмен на череп. Только быстрее, там 4 минуты. Сколько билдов, только и мнений, кто там что собирает. Ну это да. Конечно, авторитет. Утешение. Хилы. Топ трини. Бис. Бис топ трини. Остальные не дожили для того, чтобы ее ролить. Обмен Волгадры. Дальше. Трофей. А ну-ка пойдем? Нет, ну его в жопу. Давай разом. А ну, мы не доберем людей, блядь, а так. Нет, нет, нет. Все, я просто разролю. А, нагибатор. Обмен. Почему нагибатор? Там одинаково. Мы сейчас с тобой разролим два. А, хотел. Давайте разрольте. Разрольте тогда. Ну, нагибатор. Велзер. Ральнее еще раз. Давай. Да, Велзер, давай, 91, я не выброшу, что. Ну выброси что-то. Чтоб было по-честному. Нагибатор, кидай. Чуть уговаривать должен. Ролл кидает. Я понял. Слышим обратную сторону. Там просто 2 минуты. Всё, давай сейчас Велзет. Сотку кинет. Кидай сотку. Я уже отдал Велзет. Сами там распределяйтесь. Так. Штаны. Две минуты на штанах, поэтому активизируйтесь там. Хэпал. Давай обмен. Черепу. Только в темпе.
Так, у нас... Валга, Лорд, Школьник, Слэш и Велзет. Пять, правильно? Раз, два. А нет, Валга, Лорд, Милка, Школьник и Слэш. И Войд. И Войд, да. Ну и я. Поехали. Так, вижу Войда, вижу Милку, вижу Валга, вижу Лорда, вижу Школьника. Все, все пароляли. ГЦ получается. Спасибо. Впервые в жизни. Так. А у меня еще есть. Вот такая штука. Сейчас ролят топ-5. Уже паролили, да, топ-5. Топ-5 и Войд на хиле, он дамажил в топ-5 до этого на боссах. То есть он бы дал в топ-5. Он, ну, должен был быть в хиле, иначе мы просто не убили бы этого босса. Дальше. Тканевый бот. Хороший бот, кстати. А мне паролить их можно? С духом? Думаю, нет. Да, говно, конечно, с духом. У меня просто такие же, только 226-е. Ну, с духом, типа, как бы... Там есть нормальные ботинки на шамана. Да, падали бы еще. Так. Все? А, нет, тут еще есть колечко, крит скорость. Ладно, я ничего не буду анролить, я заберу просто трофей свой. И... Рольте колечко. Кольцо с кого? Ловкость, крит скорость. А, все, вижу, вижу. Ну и все. Больше лута нет. Я не продаю трофеи, они мне очень нужны самому на протпала. Давай обмен. Всем удачи. Давайте.